действительно существует. Дамы и господа. Дамы и господа. Вы ждали этого события. И вот настало время для возрождения легенды. Шестой сезон музыкального конкурса «Твой шанс» 2022 год. Подобно дождю, капли за каплей, мы просачиваемся в сердце и оживляем его. Мы – Радио «Шансон Плюс». Добро пожаловать в мир неповторимой энергетики и атмосферы культуры. Итак, дорогие друзья, искренне рады приветствовать всех и добро пожаловать на наш седьмой выпуск конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс» 2012. Шестой сезон данного конкурса и сегодня уже седьмой эфир этого шестого сезона. С чем мы всех нас поздравляем. На следующий сезон у нас тоже уже готовы участники, так что следующий сезон, следующий выпуск, восьмой, будет у нас в четверг. Ну, а сегодня, тоже есть кого послушать, дорогие друзья. Ну что ж, прежде чем на нашу виртуальную сцену выходят, как всегда, наши виновники сегодняшнего эфира, прежде них выходят на нашу виртуальную сцену наши почетные члены жюри Лана Меркулова и Александра Яременко и разогревает то самое место на нашей виртуальной сцене. Ну и, конечно же, будут желать несколько интересных пожеланий в ваш адрес, в адрес всех участников конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Но напомню, дорогие друзья, что у нас параллельно проходит и конкурс, и проект. В чем разница? Всегда мы пытаемся это объяснить. Ну и многие другие подробности всегда вначале мы пытаемся объяснять, потому что вот судя по реакции и как вот я вижу, как делают наши участники посты у себя на соцсетях, дорогие друзья, вы либо невнимательно меня слушаете, либо невнимательно читайте наши правила. О чем я сейчас объясню. Так, в чем разница между конкурсом и проектом? Разница лишь только в том, что конкурсные песни оценивают только лишь члены жюри. Песни, которые идут у нас по проекту, их оценивают только лишь две радиостанции, которые проводят данный конкурс. Это радио «Шансон Плюс» и радио «Сфера Мьюзик». Поэтому, если ваши песни по формату не будут подходить к формату радиостанции «Шансон Плюс», ну, будь то на английском, а не на французском, в другом, любом жанре и направлении музыки, это все радио «Сфера Мьюзик». А вот на русском и украинском языках, в стиле французского слова «шансон», то это все на радио «Шансон Плюс». Так что, неважно, в каком жанре вы поете, на каком языке, добро пожаловать к нам на радио «Шансон Плюс» в конкурс, либо в проект. В чем еще разница между конкурсом и проектом? Для тех, кто уже не хочет принимать никакие участия ни в каких конкурсах, не хочет, чтобы его песни оценивали члены жюри, и не хочет все вот это вот волокиты и переживаний, добро пожаловать на проект «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Вот, это как раз прекрасная площадка, где вы можете показать либо свое прежнее творчество, либо свое новое творчество, либо вообще свое творчество. Так что решайте, дорогие друзья, сами. Но вы можете также принимать участие как в конкурсе, так и в проекте. Несколько песен ваших могут участвовать в конкурсе, и несколько песен могут участвовать и в проекте. Это не запрещено. Единственная разница, что в рамках конкурса «Твой шанс» до 5 песен от каждого участника, а в рамках проекта этих ограничений по песням нет. Так что добро пожаловать. Конкурс у нас начался 18 января, продлится до 31 июля, так что будет еще много времени, и у нас возможности рассказывать о вас и о вашем творчестве, если у вас для этого будет хватать песен для участия как в конкурсе, так и в проекте. Добро пожаловать, мы всегда только этому рады. В чем еще, вот как я уже сказал, что наблюдая за постами наших участников, в чем вы, возможно, что-то неправильно понимаете. Дорогие друзья, не нужно никого агитировать, чтобы они приходили и голосовали за ваши песни. Те цифры, которые стоят напротив ваших песен, это ни в коем случае не цифры голосования. Это просто лайки. Это просто лайки, просто люди заходят и поддерживают вас, наших участников, чтобы вы видели, что ваши песни слушают, слышат, на них реагируют и вас поддерживают. Для членов жюри, которые будут судить конкурсные песни, эти цифры не имеют никакого значения. Поэтому писать на соцсетях «Заходите, друзья, голосуйте за мои песни» в этом, в общем-то, нет никакого смысла. Неважно, сколько напротив вашей песни будет стоять этих самых лайков, будь то 1500, будь то 2. Если та песня, напротив которой окажется 2 лайка, она окажется, по мнению всех членов жюри, более достойна, чем та, у которой 1500, естественно, победит та, у которой 2, а то и 1 лайк. Поэтому еще раз повторяем и всегда повторяем в каждом выпуске,
знаем, что у нас нет вот этих голосований лайками. У нас члены жюри. Живые члены жюри. Так что перестаньте неправильно думать. Ну и что ж, как всегда, немножечко статистики о конкурсе и проект на данный момент, на момент уже 7-го эфира. 3 страны у нас: Беларусь, Российская Федерация и Украина. Пока что 3 участвуют. Что касается участников, у нас их сейчас ровно 30, что очень радует. Конкурс только начался, а уже 30 участников. Что касается песен, здесь еще больше радости, потому что песен у нас 64. 64 песни принимают участие в конкурсе. И благодарим, конечно же, выражаем нашу искреннюю благодарность нашим дорогим друзьям и партнерам, которые помогают нам, кто технически, кто эмоционально, кто морально, кто информационно поддерживает наш конкурс и проект, благодаря чему конкурс и проект «Твой шанс» и появился, и существует. Итак, напомним, что победители этого 6-го сезона, так же, как и победители прошлого сезона, получат бесплатные путевки на участие еще в одном международном музыкальном конкурсе, который называется Golden Talent. Участники прошлого сезона тоже принимали участие. Ну и там главным призом будет приглашение в Лондон для участия в гала-концерте. Ну, надеемся, что с этим коронавирусом и коронабесием будет покончено в этом году, как начнет теплеть. Поэтому будем думать, что все получится. Наш главный информационный партнер – новостной журнал «Сфера Инфо», и также наш информационный партнер – портал русского шансона. Так он и называется – портал русского шансона. Благодарим вас, дорогие друзья, и наших постоянных помощников, юридическую компанию «Профи Групп». Ну и, как я уже говорил, что данный конкурс, вернее, проект проходит совместно с радиостанцией «Сфера Мьюзик» и радио «Шансон Плюс». Вот такая вот статистика у нас на сегодня. Я думаю, что довольно-таки хорошая не статистика, как для 7-го выпуска, как и для самого начала. Еще даже месяц не прошел, а уже у нас 64 песни участвуют в конкурсе и проекте. Так что добро пожаловать, и, дорогие друзья, всем творческим людям, всем авторам, исполнителям, композиторам. Даже если вы сами не поете свои песни, их поют другие люди, вы также от своего лица можете прислать нам эти песни для участия в конкурсе и проекте. Мы будем представлять вас как авторов, ну, либо текстов, либо композиторов. Так что добро пожаловать всем творческим людям к нам. Мы с удовольствием о вас расскажем. Именно ту информацию, которую хотите, чтобы о вас люди знали. Итак, дорогие друзья, следующий этап – это выход наших почетных членов жюри на нашу виртуальную сцену. И, конечно же, несколько слов они пожелают нашим сегодняшним виновникам 7-го эфира. Итак, 2 почетных членов жюри у нас: Лана Меркулова, джазовая певица, экс-солистка группы SMS и солистка группы Red Fox, преподаватель эстрадного вокала международной категории, и певец, поэт, композитор, продюсер, украинская звезда шансона и арт-рока Александр Яременко. Ну и, конечно же, каждый исполнит свои песни. Приветствую всех слушателей радио «Шансон Плюс». Меня зовут Лана Меркулова, я член жюри конкурса «Твой шанс». Вот и наступил Новый год. И всем конкурсантам я хочу пожелать неиссякаемого творческого вдохновения, новых идей, новых свершений и побед, конечно же, удачи, ну и самое главное, новых хороших песен. Почта. Все потому что адрес неточный. Так уж бывает, так уж бывает.
Ох, многолюдно, с тем, кто приснится, встретиться трудно. Так уж бывает. Я Александр Еременко, член жюри международного музыкального конкурса «Твой шанс», который проходит на радио «Шансон Плюс». Рад приветствовать всех участников и пожелать раскрыть свои лучшие качества, порадовать не только жюри и слушателей, но и себя самих, получить удовольствие, получить удовлетворение и стать еще лучше. Желаю всем успеха. Сердце превратилось в камень. Опустился я с небес на землю, а ты паришь за облаками. У твоей любви неровный почерк, но об этом говорить не стоит. Все разрушить оказалось проще, чем все заново построить. Ночь твоя холодная, холодная, холодная. Ты теперь свободная, свободная, свободная. Ты такая модная, ты модная, красивая. Ты теперь свободная, свободная, счастливая. Одиночество в объятиях крепче, сотни раз, когда любовь не с нами. Ну скажи мне, чье ты имя шепчешь пересохшими губами. Знаю, ты меня искать не будешь, а прощения просить тем паче. Но если ты меня совсем не любишь, почему на
Ну что ж, присоединяемся к словам пожелания Александра Еременко и Ланы Меркуловой. Пусть, дорогие друзья, данный конкурс и проект вас впечатлит и даст вам еще больше сил. Пусть он послужит тем самым творческим трамплином к вашим новым, к свершениям тех самых планов, которые вы настроили. Вот, скажем так. Ну, прошлый сезон послужил этому, как писали нам многие участники, благодарили и говорили, что этот конкурс послужил для них как раз тем самым трамплином для творчества. Некоторые собирались оставлять, ну, потому что этот коронавирус и сидение дома, и закрытие всего, и везде, и всюду навело тоску, печаль и, соответственно, депрессию, поэтому люди уже отчаивались, но благодаря нашему конкурсу, как мы уже озвучили это прежде, вот люди немножечко взбодрились. Ну, надеемся, что в этом году тоже будет не менее, чем как в прошлом. Итак, дорогие друзья, пришло время говорить нам о тех людях, которые являются виновниками сегодняшнего 7-го эфира 6-го сезона конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». И первые, кто выходит на нашу виртуальную сцену, те, чьи песни у нас уже и вторая, дуэтная. И это единственная пара, чьи дуэтные песни пока у нас есть на конкурсе. Ну, речь идет, конечно же, о Викторе Грибанове и Надежде Поповой, которых мы уже ранее представляли. Итак, дорогие друзья, Виктор, добрый вечер, уважаемое радио «Шансон Плюс». Отправляем вам песню для участия в конкурсе. Песня дуэтна, автор музыки и слов Грибанов Виктор, исполнение Надежда Попова и, соответственно, Грибанов Виктор. Надежда Попова живет в городе Шахты Ростовской области, работает тренером в спортклубе, есть своя страничка в YouTube, где она выкладывает песни, спетые ей с другими авторами стихов и музыки. Итак, повторю, кому еще интересно, Виктор Грибанов и Надежда Попова. Меня зовут Виктор Грибанов, живу в Красногорске. Я в данный момент пенсионер, пишу стихи и публикую их на сайте stikhi.ru. Играю на синтезаторе, и таким образом и был создан дуэт Виктор Грибанов и Надежда Попова. Итак, дорогие друзья, на нашей виртуальной сцене Виктор Грибанов и Надежда Попова с песней «Зачем мы мучаем друг друга». Так она называется. Но Надежду Попову мы услышим сегодня еще. Целую, пытаемся как можно
Виктор Грибанов и Надежда Попова, наши первые виновники сегодняшнего 7-го эфира. И как вот читаю я о вас, Виктор и Надежда, в чате, что вас пишут: мне нравится этот дуэт, приятно их слышать, такое спокойствие от них. Вот такой вот комментарий вы получаете сегодня в свой адрес. Ну а мы идем дальше, дорогие друзья. Как я уже говорил, что Надежду Попову мы сегодня еще услышим. Ну что ж, уже кое-что мы сказали о Надежде Поповой. И Надежда Попова теперь выходит сольно на нашу виртуальную сцену. Итак, песня, которая называется «Осенний блюз», представит Надежда Попова. Музыка и слова принадлежат ей же, Надежде Поповой. Аранжировка Стаса Яковлева. Итак, Надежда Попова, «Осенний блюз» и несколько слов от самой Надежды Поповой. Всем творческим людям желаю успеха в творчестве, всем удачи, приятного вечера. Сегодня я представлю на конкурс песню, которая называется «Осенний блюз». Это для меня тоже ново. Эта песня написана в содружестве со Стасом Яковлевым, нашим местным композитором, который проживает тоже в городе Шахты. Есть у меня еще одно увлечение. Я читаю стихи, мелодикламации под музыку. Обращаются ко мне мои интернет-знакомые, поэты, поэтессы. Мне это очень близко, мне это очень нравится. А песня, она, сколько я себя помню, всегда меня сопровождала. Я напевала, пела, исполняла песни в концертах. Всем творческим людям желаю успеха в творчестве. Всем удачи, приятного вечера. Слов не надо, слов.
«Осенний блюз» Надежда Попова, дорогие друзья, представила свою песню автором музыки и слов, которой она является. Ну, а наши слушательницы, Надежда, пишут, что продолжайте петь дуэтом с Виктором. Вы очень хорошо дополняете друг друга. Ну, что еще нужно услышать от слушателей в свой адрес, правда? Чтобы знать, в каком направлении двигаться. Итак, дорогие друзья, это была Надежда Попова. А мы переходим к следующему виновнику сегодняшнего 7-го эфира конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Песня называется «Диги-диги Дон». Музыка и слова Александр Юдин. Ну и Александр Юдин у нас идет как автор данного проекта. Исполняет Данила Козлов и группа «Южный город». Ранжировка и музыка, инструментал Сергей Балакин. Данила из музыкальной семьи. Его мама заслуженная артистка Российской Федерации, певица, отец профессиональный музыкант. С детства Данила был в атмосфере музыки, гастролей и выступлений. В 2021 году он закончил Волгоградскую консерваторию. Другие участники проекта «Южный город» когда-то играли в школьных ансамблях, ну а после в различных группах. В настоящее время заняты своей работой в создании новой музыки проекта «Южный город». Это была сначала просто идея и желание создать что-то для себя и для друзей, но в настоящее время записано уже 4 больших альбома и в планах создать еще 2 альбома. Ну что ж, в следующем эфире мы услышим еще одну песню Данила Козлова и группы «Южный город». Это будет 5-я песня. Сегодня у нас 4-я, а то будет 5-я, что касается в рамках конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Ну, а в рамках проекта «Александр Юдин» никто не запрещает. Добро пожаловать. 4 альбома написаны, почему не показать бы их. Идем далее. Итак, на нашей виртуальной сцене Данила Козлов, группа «Южный город» с песней «Диги-диги Дон». Пушистая головка твоя, как легко в ней поселилась мечта. Знает точно, что на свете есть Грей, скоро он приедет за ней. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Все сама узнаешь потом. А дорога все вела в облака, без колечка держит гребень рука, а сердечко с упоением ждет, значит, скоро милый придет. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Все сама узнаешь потом. Вот и сумерки на крыше легли, и еще один денек позади. Просто надо научиться и ждать, завтра день наступит опять. А Урюпинск не сосед Зурбаган, а в полях не бродит тот капитан. Глядь на зеркало, а там уже нет той головки, где живет свет. Головка твоя, как легко в ней поселилась мечта. Глядь на зеркало, а там уже нет той головки, где живет свет. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Диги-диги-диги-диги-дин, диги-дон. Все сама узнала потом.
диги, 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 дин, диги, дон. Диги, 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 дин, диги, дон. Диги, 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 дин, диги, дон. Все сама узнала потом. Все сама узнала потом. Все сама узнала потом. Данила Козлов и группа «Южный город» с песней «Диги-диги дон». Хорошая песня «Диги-диги дон». Молодец, Данила, пишут наши... Молодец, красиво поет, пишут наши слушательницы в чате. Вот такую вот оценку, Данила, вы получаете от наших слушательниц. Это был Данила Козлов и группа «Южный город». И, как я уже говорил, что в следующем эфире, в четверг, в восьмом эфире, мы еще услышим одну песню Данилы Козлова и группы «Южный город». Переходим, дорогие друзья, к следующему участнику. Это у нас тоже проект. Проект называется «Дао». «Дао», да, с песней «Крым». Музыка и стихи Владимир Козлов в соавторстве с Андреем Мажаром и Сергеем Николаенко. Проект «Дао», город Могилев, Республика Беларусь. Вот о ком я говорил, что у нас теперь и Беларусь принимает участие в нашем конкурсе и проекте, и что расширили нашу географию нашего конкурса и проекта. Итак, проект «Дао», город Могилев, Республика Беларусь. Как инструментальная композиция она была записана еще в 2006 году, а вот идея добавить текст возникла почти сразу, но только немножечко позже, в 2015-м, удалось ее реализовать. Вокал Валерия Мороз. Песня не содержит политических подтекстов, отсылок и всяких всевозможных намеков. Казалось бы, да, где Беларусь, а где Крым? Так вот, в чем связь, мы как раз и услышим в этой композиции. Итак, дорогие друзья, композиции «Lancelot.b» — это первоначальное название проекта, который сейчас в то время носил название группы, а сегодня этот проект под названием «Дао». «Разговор со звездой» — она представлена на диске под названием «100 городов мира. Могилев». Ну и еще также она попадается вот как раз в «Марионе и космос», тем самым «Марионе», с которым судился Филипп Киркоров. Вот она как раз, она и еще несколько занимают место на данном диске, о чем вы можете найти, увидеть и послушать на самом YouTube-канале проекта «Дао». Итак, Могилев, проект «Дао», песня «Крым». Thank you.
проект «Дао. Город Могилев» с песней «Крым». Вот такая вот замечательная морская летняя композиция о Крыме. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, город Могилев. Спасибо проекту «Дао». Ждем с новыми песнями, то ли в рамках конкурса, то ли в рамках проекта «Твой шанс на радио Шансон Плюс». Как я уже говорил в начале, что конкурс только-только стартовал 18 января. Сегодня у нас пока что только 8 февраля. Конкурс и проект будут проходить до 31 июля. И каждый вторник и четверг, ну там уже будем смотреть по количеству участников и песен. Будем смотреть, если их будет продолжаться так же много, как и сейчас, то, конечно, мы будем по вторникам и четвергам представлять эфиры. Ну, а если... Ну, в общем, дай бог, чтобы было как можно больше. Как можно больше. Так что следите за афишами, следите за эфирами как на нашем официальном сайте radioshansonplus.com, так и во всех группах радио. Ну что, дорогие друзья, есть у нас еще одна участница, и мне особенно приятно ее представлять, потому что она из моего родного города Николаев. Зовут ее Ярослава Четвертак. Итак, Ярослава Четвертак родилась 18.01, буквально совсем недавно отпраздновала свой день рождения. В городе Николаев с детских лет очень любила петь, демонстрируя исключительный музыкальный слух. И первые шаги в творчестве, в творческой жизни сделала с ансамблем клуба 61 коммунара. Это был, ну и пока что еще есть, территориальным такой у нас судостроительный завод в городе, один из трех, благодаря чему город и был закрытый всегда. Ну и уже с 5 лет выступала в различных концертных основных составах данного коллектива. С 6 лет начинала свою эстрадно-театральную, эстрадно-театральное отделение музыкальной школы номер 2 города Николаев в классе заслуженного деятеля культуры, композитора Татьяны Яровой. И благодаря встрече с Татьяной Яровой как раз и начала профессионально заниматься музыкой, в том числе и вокалом. Начиная с 1998 года, для оригинального голоса Ярославы было написано 15 песен, которые звучали на концертах, конкурсах, в эфире украинского радио и в разных областных и республиканских проектах. Особую популярность Ярослава имела в подростковом возрасте с песнями «Срібне джерело», «Соловейко», «Лукашева сопілка», «Волошкове поле» и «Скрипка Паганіні». Все эти композиции принадлежат перу Татьяны Яровой. Ну, как вы понимаете, дорогие друзья, я параллельно перевожу с украинского языка для нашей русскоязычной аудитории, чтобы вам было понятно, кого мы представляем сегодня. Ну что ж, Ярослава с 2018 года работает учителем музыкального искусства в общеобразовательной школе номер 258. Ну и также учителем музыки и вокала в частной школе. Не будем говорить название, потому что это уже будет реклама. Ну и также в 2018 году она создала и является руководителем коллектива под названием «Смайлики», который активно участвует в различных проектах Киева. Ну, как вы уже поняли, что Ярослава родилась в Николаеве, а проживает сейчас в Киеве. Это я уже понял, потому что школы под номером 258 в Николаеве не существует. У нас не так уж их и много. По-моему, 53-е – это, по-моему, самое окончательное число школ в городе Николаев. Ну что ж, всю свою деятельность Ярослава объединяет и активно, в активную деятельность концертную, и также успехи в сотворении новых песен. Песня, которую сегодня мы представляем вашему вниманию, называется «Если бы не ты», Ярослава Четвертак, в рамках конкурса «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Ярослава, ваш выход на нашу виртуальную сцену. Если потеряю, будет очень больно, больно без тебя. Камень упадет на сердце, боль твоих признаний, холод без тепла.
Ярослава, четвертак, город Николаев-Киев, с песней «Если бы не ты». Хорошо поет Ярослава, не могу сообразить, кого она мне напоминает. Люблю звонкие голоса. Красиво. Вот, Ярослава, то, что я читаю ваш адрес. На Оксану Белеру, не знаю, может быть, частично на Ирину Билык. Так вот, я тоже мне немножко показалось. Ну, в общем, как бы там ни было, это была Ярослава. Четвертак, дорогие друзья, чему мы рады. Ярослава, это первая песня, которую сегодня мы представили от вас. Надеемся, что услышим вас еще неоднократно. Добро пожаловать на конкурс и проект «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Ну что, дорогие друзья, вот, собственно, и все на сегодня. Что касается конкурса и проекта «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс», мне остается еще раз огласить виновников сегодняшнего седьмого эфира. Это были Виктор Грибанов и Надежда Попова. Это был Данила Козлов и группа «Южный город». Это был проект «Дао» из Могилева с песней «Крым». Это была сольная песня Надежды Поповой. И сейчас заключительная песня Ярослава «Четвертак». Если бы не ты. Спасибо виновникам сегодняшнего эфира. Спасибо вам, дорогие друзья, за творчество, за настроение, которое вы подарили сегодня своими песнями. Надеемся, услышим вас еще неоднократно. Добро пожаловать на конкурс и проект «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Вот, собственно, и все на сегодня. Спасибо всем за внимание. Услышимся в следующем эфире. Радио «Шансон Плюс». «Шансон Плюс». Твой формат.